20 ноября прошли досрочные президентские выборы в Казахстане. В них приняли участие практически 70% избирателей, это более 8 миллионов человек. По итогам голосования победу одержал действующий глава государства Касым Жомарт Токаев. Недавние выборы президента Казахстана завершились его уверенной победой. И первым, так сказать, руководителем, который поздравил президента Токаева с этим событием, был президент Российской Федерации. Это тоже свидетельствует о том, что в этом смысле отношения между государствами достаточно надежны. Говорить о том, куда сегодня будет четко направлен вектор политики Казахстана, мы, наверное, не сможем, потому что президент Токаев только что переизбрался на новый срок, и каких-то решительных действий на новом, так сказать, на новом этапе своего президентства он пока не реализовал. Единственное, можно надеяться, что как бы здравый смысл и понимание близости двух народов позволят президенту Токаеву проводить тот, так сказать, курс, который был ранее, курс, направленный на нормальное, равновесное, деловое отношение с Российской Федерацией. Согласно новой конституции, это последние выборы Токаева. Он будет руководить страной 7 лет, а затем передаст полномочия преемнику. Президент уверен, что этого времени хватит для проведения намеченных реформ, а следующие главы республик смогут направить свое внимание непосредственно на результат. Очень важно отметить, что Казахстан является государством, входящим в организацию договора о коллективной безопасности ОДКБ. И вот в этом контексте мы прекрасно понимаем, что без эффективного взаимодействия России и Казахстана невозможно поддерживать, так сказать, обеспечение безопасности, стабильности на постсоветском пространстве и в регионе Центральной Азии. В предвыборной кампании Токаев обещал построить новый Казахстан, который будет базироваться на принципах всеобщей справедливости. Полина Корнеченко, Универньюз.